Добрый день, уважаемые посетители портала куплюинтернет.ру. Сегодня мы представляем второе видео вашему вниманию с распаковкой волшебной посылки с другим чехлом и для другого телефона, для iPhone 5. Чехол тот же самый небезызвестной фирмы Switchizy, которую мы очень сильно с Димкой любим. Не просто как любим, поверьте. За их некачество, спасибо за надежность. Да, thanks FedEx. Модель называется Freerunner, свободный беглец. Модель была специально изготовлена для iPhone 5, была презентована на выставке CES в США, где там у них? В Калифорнии, если не ошибаюсь, да? В Калифорнии, да. 6 января 2013 года. То есть модель абсолютно свежая. Вот. Занял даже, по-моему, какое-то место. Да, он там получил какую-то награду модную. Скрываем. Стандартная новая упаковочка у них. А, какая волшебная пипка. Там их несколько пипок, Дима. Я тебе одну оставлю. Ничего себе. Сегодня буквально день Бекхэма. А, состоит он, собственно, тоже из двух частей. Как и Capsule Rebel, безызвестно. Да, но две части, они, судя по всему, здесь мягкие. Так, Андрей пока будет показывать, что есть внутри, а я попытаюсь две части разделить. Ну, это, я думаю, что я вам расскажу войну и мир, пока Дима будет там пытаться вскрыть две части. Значит так, что мы имеем в комплекте? Первое, мы имеем несколько кнопок центральных, Home Button, так называемых, разного цвета. Одна стандартная черного цвета под цвет чехла и две, соответственно, белые для фетишистов. Ну или для любителей что-то оригинального. Вообще, в природе существует несколько вариантов этого чехла. От классического черного, белого до хитро-зеленого а-ля хаки. И там еще какие-то цвета есть супер-трупер гламурные. Также в комплекте стандартно идет... Что идет? Пленочка в количестве N-ти штук, по-моему, 3 штук. Специальная чистящая, не чистящая, а специальная тряпочка микрофибровая, да, для того, чтобы экран можно было перед установкой притереть, пленки имеется в виду. И такая вот маленькая пластиковая а-ля карточка для того, чтобы можно было разгладить уже наклеенную пленку. Ну, такой дизайн стандартный. Неизвестного китайца. Да. Вот это что касаемо комплектации. Ну и, соответственно, моднявая упаковка вот такая вот. Можно использовать для поставки. Подробный мануал в картинках. Вот. Ну, теперь Дмитрий перейдет к презентации самого, собственно говоря, чехла. Ух ты. А, прошу прощения, уважаемые друзья и коллеги и товарищи. Мы вас обманули, еще в комплекте чехол отличается некой уникальностью. Компания Switchizy в этом чехле пошла дальше, нежели с презентацией Switchizy Capsule Rebel. Они помимо того, что сделали чехол из двух основных частей, то бишь та мягкая часть, да, которую вот сейчас могу вам представить, такая вот прорезиненная вся, которая смягчает, амортизирует при возможном ударе, и жесткая поверхность, да, жесткая рубистая поверхность, они еще установили некую такую пластиковую крышку, которая одевается сверху, мы представим, как это делается сейчас, для более жесткой и более такой надежной защиты вашего замечательного девайса. Вот, еще раз комплект. Да, Дмитрий уже собирается, Дмитрий бежит вперед. Шибко торопится, Дима, я открою великую тайну. Сначала необходимо пластиковую херню, пластиковую лобуду одеть, предварительно сняв с нее две пленки. Не будем пленку снимать. Да, вот так одевается пластиковая штучка сверху, стеклянная. Пленку-то... Ну, не снимай, Дим, оставь. Так, после этого вставляется прорезиненную штуку. Вуаля. Левой, брат, у тебя все получилось? И после этого надевается скелет основной. Жесткий каркас, так называемый. Как-то он тут надевается. Опа. Да, вот чем интересна эта модель чехла, у него в комплекте нет каких-то заглушек. Заглушки встроены в сам чехол. Я имею в виду заглушки для 16-пинного этого нашего коннектора и для наушников. Это самое сложное, поверь мне. Полка о двух концах. Надо было с той стороны начинать тебе. Да, надо было. И теперь мы имеем то, что мы имеем. То, что нас имеет, то и мы имеем. В общем, да, что-то с местоимениями какими-то. Так. Почти мне удалось. Великий гуру Дмитрий собрал, ура, наконец-то конструктор Лего. В детстве его очень мало не было конструкторов, мама ему их не покупала. Вот. Ну что не получилось? Да, деревянные конструкторы были. Да, прибиты к потолку. Получилось. И теперь даже надо получится заглушки вставить после ряда экспериментов. Ну, в общем, довольно-таки удобно, однозначно очень хорошо защищает, выглядит здорово. Без пленок еще будет здоровее выглядеть. Да, без пленок будет еще здоровее выглядеть. Что удивительно, сквозь этот пластик все-таки работает экран.
И работает, кстати, очень хорошо. Тач-4 работает великолепно при наличии даже пластика. То есть защита здесь идет двойная, тройная, как угодно можете назвать. То есть чехол мягкий, чехол жесткий. На фронтальную часть одевается стекло, которое вроде бы как не пропускает замечательно свет на 100%, и как следствие вы качество не потеряете. И помимо всего этого еще есть пленка на лицевую поверхность смартфона и на тыльную поверхность смартфона в комплекте. И еще 4 кнопки, 2 белых и 2 черных. Настоятельно рекомендуем покупки данного чехола. Если вам понравился, можете найти его на сайте suchizy.com. Выбрать себе цветовую вариацию. Вот еще раз комплект. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, либо пожелания, милости просим на наш сайт. Всем огромное спасибо и желаем удачи. Пока.